Приветус, это я, Владус Шоколадус. И, как ты уже догадался, да, мне пришла золотая кнопка Ютуба. Я бы вообще не записывал, наверное, этот ролик, но о таких совпадениях молчать нельзя. Давай ее сначала откроем и посмотрим на нее. Да ну, а я думал, что это коробка какая-то золотая. Но кажется, она действительно так оформлена. Сейчас. Да, вот это круто. Нет, как-то же должна сниматься эта золотая оболочка, чтобы я видел, что кнопка объемная. Но что-то я ничего не могу найти. Видимо, так оно и должно быть. Я признаюсь, это выглядит гораздо круче, чем старые версии. Вот посмотри в интернете, как выглядели кнопки раньше, и сейчас, мне кажется, это намного круче. И она прям, знаешь, такая солидненькая, такая ох! И, конечно же, к ней полагалось вот такое письмецо. Читать я его сейчас не хочу, я просто хочу тебе рассказать про кое-какие истории. Блин, ее бы так-то сюда куда-нибудь повесить, было бы вообще круто. Но я ее буду держать в руках. Ну что, поехали. Сначала, конечно, стоило бы толкнуть, наверное, какую-то речь, типа, я никогда бы не подумал, что у меня будет 1 000 000 подписчиков. Да нифига. Подумал бы, и всегда думал, и всегда знал, что у меня будет 1 000 000 подписчиков. Знаешь, 1 000 000 подписчиков — это как какая-то огромная армия, которую ты никогда не видел вот прям всю вживую, но ты знаешь, что она у тебя есть, и она просто порвет всех за тебя. И это на самом деле очень и очень приятно. И не подумай, это не какой-то праздничный ролик, я просто хочу с тобой поговорить. Праздничный ролик тебя ждет чуть-чуть попозже. Так вот. Первая история. В прошлом году я отправлял себе письмо. Да, сам себе письмо на свой же имейл. И я сделал так, чтобы оно пришло мне ровно через 1 год. И вот недавно я его получил. И знаешь, что там было написано? Ну чё, Владус, ты уже получил золотую кнопку? И вот она тут же мне приходит буквально на следующий день. Как? Я до сих пор немного не понимаю, как так могло совпасть. В этом письме было много чего написано, и знаешь что? Большинство из этого сбылось. Но вот это чудо просто яркий-яркий пример. Потому что оно сбылось буквально через 1 день. Ладно, отложили. Теперь вторая история. Сегодня 8 апреля, и у меня сегодня день рождения. И как ты уже, наверное, догадался, кнопка пришла вчера. Это подарок от Ютуба. Ну как это могло все совпасть, а? А я еще как-то раньше шутил, вот у меня будет день рождения, будет 1 000 000 подписчиков, и мне придет на день рождения кнопка. Но я знал, что кнопки так быстро не приходят. Пришла. Реально, эта кнопка пришла очень быстро. И тем самым мы с тобой наблюдаем сейчас 2 каких-то нереальных совпадения. Или не совпадения.